Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем проходить бету Диабло. Так, я, значит, взял прошлое Дозора Света, доп. Задание. Это получить предметы журнала Архивариуса том 1, том 2 и том 3. Залан Косте думает, что его мать была в Дозоре Света, когда его приказали покинуть. Он попросил меня обыскать старый аванпост и найти информацию о находившихся там кающихся рыцарях. Так, ты где? Это вот здесь. Нам что оттуда, что отсюда бежать, по идее. А оттуда поближе, да? Давайте вот сюда. И еще мы один портал не открыли. Что-то я его пропустил в начале. Так, ну пойдем. Кстати, я еще, знаете, о чем подумал? Если у нас здесь стоят жнецы, а тут оглушают. Нет, пусть здесь так стоит. А потом голем у нас еще будут, да, возможно? Как это работает, пока что не понимаю. Но мы можем брать одних каких-то скелетов и выбирать из общего числа, как я понимаю. Если я правильно понимаю. Так, и нам, видимо, сюда, да? Дозор света. Ну да, видимо, сюда. Убейте дозорных двоих. Легко. Ну, мне пока кажется, что легко. Но в дальнейшем посмотрим. Так, сюда пойдем. Так, что-то зацепили. Брони, похоже, зацепили. Так, первый том забрали, да? I've grown fond of one. Ну, пошли вверх. Солиана Коста. Her devotion to the faith could cast even the darkest shadow of doubt from anyone's mind. It's easy to talk to her about those I left for the calling of the light. She had to leave her family too. Я, друзья, все читать не успеваю, так что
Вам попроще будет. Необычный арбалет. Я-то смотрю на карту, чтобы, дай бог, что-нибудь не пропустить. И плюс еще надо участвовать в бою, как вы понимаете, да? Так, ну мы, получается, по кругу прошли, да? Убейте там, кто там? Кто-то хочет. Па, is it true what they say? Оп, еще одно. Oh, the knights march to Cor Valar. If I were 2 years older, I'd have passed my trials and I'd be marching with them. Instead, I stay. A skeleton crew will guard the fort until the knights can return. Ну, пошли. You'd be proud. No more polishing shield for me. They gave me a sword. Now I doubt we'll ever see that. I'll write soon. Тут какой-то босс. Уровень, амулет, ключ дозорного. Все, давайте смотреть, что подобрали. Призматическая клеть. Но нам это пока не надо. Амулет. Ну, явно лучше сопротивление стихиям, показателю шипов. Одевай. Ой-ой-ой. Кто-то поджарил мне жопку, да? Нет, нет, из него ничего не выпало. Где-то вот здесь. Что-то я пропустил, а вот и Том. We received the order. Our company has been called away on a mission for the light. And now that, like the others who have been called to serve, we will not return. Заходи. We have already given everything to the church. Must we give up our lives as well? Ну, в общем-то, я думаю, что мы правильно идем, да? Ну да. Вот же дверь, да. Что, завалили? Да, завалили. Вот вопрос, не тут ли мясник должен появляться? Если тут и он у нас появится, то это будет очень больно, я думаю. Здесь вроде всё.
господи. Как ты это сделал? Телепортатор, блин. Что мы там нашли? Амулет похуже, чем у нас. Ну, убей его. Отлично. Нам надо поднять что-то, да? Почему сюда не дают? Давай вот так. А вот это убрать можно? Нет. Так это не работает. Два можно только выбрать, да? Неизучимые. Ну понятно. Жатва. Дает эссенцию за каждого пораженного противника. Призрачной косой. Нет, призрачной косой мы махать не будем. Давайте сюда лучше. Вот это как-то убрать надо. Одно очко. А, это бонус предметов идет. Ладно, похер, пусть идет. Опа-на. Еще 30 секунд тут биться. Давай. Мои хилые воины, бейтесь как не в себя. Сапфиров что-то много стало. Опа-на, легендарный щит. Чё мы набрали? Когда вы наносите урон, ваша броня усиливается на 0.40 на 4 секунды. Эффект суммируется. Интересно, конечно, но не настолько, я думаю. Чтобы настолько. Камней набрали, топазов каких-то. А, она одинаковая, что ли, получается? Да. Для вашего класса. Оружие сейчас проверить тогда у нас не получится, да? Цель, командный пункт света. Это где? Фиг знает, но нам надо здесь пройти. Вот, наверное, снизу, да, командный пункт света. Ты еще кто такой? А, это крысы, я думал, кто побежал. I tried to convince her not to leave with me. I told her that her son would rather go out with her mother
Maybe we could start over, away from this frozen wasteland. She refused. Sylviana said to run would be to abandon the light and a better world for her son. Пошлите отсюда. Еще сундучок. Камни поперли прям как не в себе. Черта нет. Мы там набрали дофига всего. Броня. А. Стена и тюрьма, но это мне в принципе не надо. Эти слабые. Ладно, пойдем дальше. Командный пункт света. Ох ты, фак. Отлично. Подземелье пройдено. Так, куда у нас идет? А, на выход. Вернитесь к Залтону. Пусть и в Маргрейв. Ну давай, погнали. Сначала сюда зайдем. Ты мне можешь усилить ботинки мои, пожалуйста? Отлично. Почти уже максимальный уровень. Так, щит, наверное, оставим еще, да? Выложим. Что нам на следующее не хватает? 63 тысячи. Это дофига. Три 500 не хватает. Ладно. Well struck. А.
легкое неудобство призвано удержать от греха. Ладно, оставим. Fair trade. Особый предмет. Вот эти еще. Так. Anything else? Вот эти продадим, а эти разберем. Farewell and good fortune. Вот так, и попробуем улучшить перчаточки. Отлично. Перчаточки у нас улучшены. Пошлите мои силы воина, зайдем домой. Так, это пусть у нас здесь пока лежит. А мы сейчас посмотрим, чем нам дальше заняться. Так. Основные, второстепенные. Так, и нам к этому надо еще, да, вернуться? А, он не здесь. Пошли вот сюда. Он же нам еще что-то дать должен. И денег, наверное, подсыпет. Моя мать была искающихся. Пожертвовала бы она собой, если бы знала, каким в конце концов станет мир. Спасибо, что принес мне это. Спасибо, на хлеб не намажешь. 8500 всего. Маловато будет. Затуманенный кристалл. Так, теперь смотрим дальше. Тайник экзорциста. Где это? Это где-то здесь. Здесь путь света. Ага. Сойти с пути. Найти, так, в лесу. Давайте путь света тогда. Хотя нет. Потому что там, наверное, путь света это долгое очень. Хотя и здесь, скорее всего, долгое. Давайте путь света, ладно. Так, погнали путь света. Поговорите с преподобной матерью правой из собора света. See that the kitchen is ready for tomorrow's service. Angels above, you've returned! The Reverend Mother. Преподобной матери надо было об этом услышать, но она сейчас в Корвале, в Валаре. Тебе туда? Все происходит так, как предсказал Инарий. Вскоре он может бежать из санктуария и вернуться к себе на небеса. Поговорите с преподобной матерью. Путь света. О, и куда мне теперь бежать? Музычка, кстати, такая ненавязчивая, но мне нравится. Так, стоп. Вот сюда, а здесь у нас дополнительная, да? Ну,
пойдемте через эти ворота. Где-то ворота. И, наверное, тогда мы сделаем по-другому. Мы возьмем вот это все-таки задание. Для начала, потому что оно поближе. А потом уже пойдем до матери. В чем проблема? Туда нельзя. Пойдемте по другому пути. Что-то задание какое-то. The daughter of hatred demands blood. Просто минуту мочить, да это же легко. Прям я даже сказал, слишком легко. Секунд еще, да? Все, погнали. Опа-на, что это сработало такое интересное? Ну, трубины начали выпадать-то. Хорошо. Так, шлем получше. Ну, тут у меня железное дело, да? Всем характеристикам, но железное дело пропадет, да? Да. Нет, пусть железное дело лучше будет у меня. Так, погнали. Тут где-то проход есть, я не понял. А, не, я вот где. Нам направо получается. О, писец. Видели, да?
И у меня уровень. Пятый уже. Паранормальное волнение крови. Если кольцо волнение крови поражает противника, когда у вас высокий уровень здоровья, вы получаете один эффект подавляющей крови. Когда вы накапливаете 5 эффектов подавляющей крови, ваше следующее волнение крови наносит подавляющий урон. Ладно, это потом почитаем, когда будет очко. Оп. Ты еще кто? Так, тут задание, а вот тут где-то есть подземелье. Люблю этот звук. Заброшенная каменоломня. Бить всех противников в опустевшем туннеле. Ну пойдем. На помощь, прошу! Ты кто такой? Вот, сейчас их будет много. Тут еще пойдем. Вау. Откуда у вас здесь столько? Все ко мне, все ко мне, все ко мне. Что такое, это большой туннель? Вот я так и думал, что это ловушка. Надо же было проверить, правильно? Направо или налево? Да пофиг, пойдем налево.
За денежки, кстати, неплохо сваходить такие туннели. Ага, опять ловушка. Вот он побежал. Амулет какой-то. Вы развязываете узел. Освободите узников. Вот узник, раз. Тут еще где-то, да, нет? Зачем развязывать скелет? Bless you. Bless you. Откройте засаленным ключом ворота. Ну, видимо, они дальше, да? Я до них, видимо, не дошел. Что мы там набрали-то? Редкий кинжал. Коса. Давай косу оденем. Здоровье при убийстве поднимает. Опа-на, ловушки, ловушки. Я же говорил, ловушки, блин. Все ловушки собрал. А вот еще на нажми. Мимо пробегают. О, теперь точно все. Так, цель — основание шахты. Где тут основание шахты? Вопрос. Ой-ой-ой. Тут добили. Подлец. Куда бегу, вообще понятия не имею.
Так, ну, наверное, вот сюда нам наверх, да? О! Обязывает кидаться какашками своими. Давай. Отлично. Забудьте призрачную аниму у нежити. Но этим мы уже не успеем, наверное, заняться сейчас, потому что прошли еще и подземелье. А в следующей серии, значит, пойдем выполнять побочное задание. Сейчас посмотрим, что мы вообще добыли. Так, рукавица. Думаю, что нет. Так, по поводу доспеха. Силу воли и брони больше. Одевай. Так, амулет. Давай, одевай. Это нафиг не надо. Это не надо, это не надо. Ну, в принципе, и все. Дорогие друзья, на этом мы будем с вами прощаться. В следующей серии мы продолжим прохождение Диабло. Возможно, дополнительных миссий, возможно, и основной. Там посмотрим. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Ну и, конечно же, пишите, как вы проходили, либо проходите Диабло 4. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!